Всем привет, с вами Эдгар и мой видеоблог «Мысли от Эдгара». Хочу показать вам программку Clean 3. Эта программка предназначена для чистки iMac'а. Вышла третья часть, я пользовался второй, и тут добавились некоторые моменты. Такая вот фишечка вышла, умная чистка. Нажимаете старт, и она полностью, программа сама соображает, чистит все, что нужно. Заранее можно отредактировать, что именно вам нужно чистить. Ну, естественно, служебный мусор, иконки поменялись чуть-чуть. Очистка iPhoto. Ну, iPhoto это дело было. Почтовое вложение, вот тоже удобная тема. Нажимаем. В программе Mail нет избыточных локальных данных. Короче, мусор всякий. Также iTunes. В iTunes достаточно чисто. Чисто потому, что я не пользуюсь, в общем-то, этим iTunes. Большие файлы, это все дело было. Деинсталлятор. Тут показывают все программы, которыми я пользуюсь, и можно убрать любую из программ без проблем. Обслуживание. Здесь можете задать задачи по времени, и Клим будет включаться сам автоматически. Так, приватность. Это вообще ненужная штука. Расширения всякие. Это те расширения, которые у вас есть. Если какими-то вы не хотите пользоваться, вы можете просто их отключать и включать. Так-то удобная тема. Шреддер – это вообще уничтожитель. Сюда лучше не надо залазить. Вот, например, умная чистка. Нажимаем «Старт». И получается, проверяет систему, почту, iTunes и корзину. Ну и всякие там, в общем, мусор не нужно. Сейчас сделаю чистку, потом предложит это все дело удалить. Я пока что не нашел ни одной программки, которая лучше этой бы удаляла и чистила мусор. Просто когда вот так вот правой кнопкой «Очистить корзину» нажимаете, и при этом, например, работает у вас Final Cut программка, то Final Cut не дает удалить мусор, тот, который пока еще связан с редактированием, даже если он вам уже не нужен. А вот если вы открываете Clean, то он спокойно удаляет все это дело. Также есть у Mac сверху, в верхнем углу, появилось такое вот окошечко. Что-то в прямом эфире, получается, выдает данные. Получается, сколько у вас свободно гигабайт. Вот у меня сейчас в данный момент 580 гигов свободно. Память на данный момент, насколько занята. У меня 8 гигов в памяти, свободно 2,79. Тут есть такая фишка, нажимаете «Очистить память», и программка максимально старается удалить ненужно и освобождает вам память под программы. Вот сейчас в данный момент получается свободно 4. Было 2 с чем-то, а сейчас 4 с чем-то. На 2 гига освободило. Это очень важно, потому что памяти, когда не хватает, то программа начинает все глючить. Вот закончилась чистка, получается. Система просмотрена. Тут нашли 400 мегабайт. Ну, достаточно. Пол гига почти мусора, блин. Почту я чистил, это чистил, ну и в корзине у меня мусор. Делаем чистку.
Так, а вот это нам не надо. Вот тут такая штука есть. Сейчас в данный момент у меня запущен Chrome. И здесь у меня загружаются на мой игровой канал видео. И вот программа, когда касается чистки данных, которые под паролем, то, что просто так нельзя удалить, я должен ввести сюда мой пароль, который я изначально вводил под программу Mac'а. Просто так здесь программу нельзя удалить. Заранее Mac спрашивает, удалять или не удалять. И когда запущен Chrome, естественно, получается clean, он делает чистку в браузере тоже. Мусор браузера. И вот такую вот штуку выдает. В том случае, если вам еще нужен браузер, чтобы он работал, делаем вот это все дело отменить и игнорировать. Отменить, отменить. Потому что если вы согласитесь и нажмете ОК, все, что здесь происходит, у вас сбивается. Браузер закрывается, естественно, потом он откроется автоматом. Но загрузка, все уже сбито. Вот. Ну и все. Рекомендую поставить вам такую программочку. Сейчас я смотрю, везде идет реклама вот этого Clean 3. Clean My Mac. Так что ставьте. Отличная тема. Всем пока.